Это Денис. Ему исполняется 16 лет. Что можно подарить такому уже взрослому мальчику? Ну, конечно же, то, что ему обязательно в этот день понадобится. А сделают этот подарок для него Артемий и Алексей своими руками, мужскими руками. Круто! Мы торт готовим Денису на день рождения. Для приготовления чизкейка им понадобились яйца, сливочное масло, лимон, крахмал, ванильный сахар, сливочный сыр, сливки, обычный сахар и печенье. Печенье надо было перемолоть в мелкую крошку. Для начала нужно разогреть духовку. Нам нужно с тобой 180 градусов выставить. Как будет 180? Это 1, 8, 0. Правильно? Вот смотри. Вот у нас с тобой 180 градусов. Видишь, ждем, пока с тобой вот эти огонечки у нас погаснут. А мы пока сделаем форму, сделаем основу. Бумагу. Вот так вот, да, по размеру нам хватит. Да, вот так, давай, сильней. Опа, одна форма готова. Теперь Алексею надо было растопить сливочное масло, чтобы затем смешать его с полученной крошкой. Справочная информация. Помощнику Артемию 4,5 года. Он сейчас будет утром бомбить. Теперь надо это утрамбовать. Попробуй, трамбуй. Тихо, как песочек. Да. Ну, трамбуй. Тепленький, да? Да. Так, Тём, вот этот маленький поставим сюда. Оп. А этот большой поставим сюда.
Так, 180 градусов. Закрываем, ждем 10 минут. Пока коржик теряет свою влагу в духовке, следует приготовить цедру лимона. Ну вот, кажется, коржик готов. Это просто мы его подсушили. Мы берем три яичка. Ничего себе! Да. Это надо размешать? Да. Теперь яйцо пропускается через сито, чтобы освободить его от сгустков. Затем Алексей отвешивает немного сахара, приблизительно 150 граммов. Соединяет его со взбитым яйцом. Артемий добавляет цедру лимона. Семь граммов ванильного сахара от Алексея и 2 столовые ложки крахмала. Раз, два. Все тщательно перемешиваем. Как круто! Это как карусель. Да. Видишь? Нам нужно с тобой не взбивать, а перемешивать. Но потихонечку будет сейчас мешать, мешать, чтобы все ингредиенты, которые мы с тобой добавили, перемешались. Зачем на циферку 1? А это скорость первая, то есть медленно. Настало время добавить в полученную смесь сливочный сыр. Хороший, 24%. Перемешивать. Для придания особого вкуса можно добавить немного лимонного сока. В заключение – сливки. Пока все ингредиенты перемешивались, наш коржик уже затвердел. Теперь выливаем массу. Хочешь попробовать? Да, попробую. Сейчас я тебе дам ложечку чистую. Это будет как по вкусу. Очень вкусно. Ну, я думаю, Тём. Это как сметана. Ну, даже лучше. Теперь форма обертывается алюминиевой фольгой для отправки в водяную баню. Все,
В духовке чизкейк будет париться около часа при температуре 160 градусов. Затем охладится в естественных условиях и отправится на дозревание в холодильник. А мы тем временем приготовим свечи, украшения и упаковку для торта.